Тоник. Йоу, друзья мои, всем привет! Мы продолжаем играть в Фасмофобию вместе с Женей, с Олегом, и мы играем без Дискорда. Посмотрим, что из этого сегодня получится. Задачи пока нет, нашего четвертого товарища тоже пока нет, но у нас сегодня Графтоний. По-моему, я Графтон выбрала. И я вижу, что у нас, скорее всего... Ну, я так и думала. Где у нас будет находиться. Да, дайте пройти. Мария Томас. Мария Томас, благовоние. Датчик движения паранормальный. Да, изи. Все просто изи, дайте забрать. Вот будет сейчас смешно, если опять не докупили фонари. Нет, докупили. Так, пойдем. Главное, что никто камеру не... Проходите, чего толпитесь-то? Сам проходи. Алло. Вот начинается кричать. Ты что там это барагузишь? Я сейчас пойду свет включу. Надо же предупредить. Не кричи, мы тебя и так слышим! Сейчас надеюсь, что они... А, взяли! На удивление взяли! Взяли! Графтоний, Графтоний! Что-то они там обсуждают, разговаривают. Знаете, мне понравилась серия без Дискокорда. Дискококорда. Убей нас. Эх, бывает. Пойдем включим свет. Ну-ка, где у нас тут он включается? Да, готово. Я думаю, что, ребят... Харе меня... О, там, вон там, где-то там, там хакнул. Я не знаю, что я сказала. Кто хакнул? Тут хакер где-то есть? Да нет, призрак где-то хакает. Призрак вот там, скорее всего. Или в детской, или в коридоре. Хакает или какает, я не понял. Иди проверь, вон унитаз стоит. Короче, наверное, у нас будет перемешки серии. Мы говорим. Будет перемешки серии, будем и так играть, и так. Я имею в виду... Подойдите, в лицо скажу. Из Дискорда мы без Дискорда. Чё, такой смелый, что ли, алло? Дай нам знак. Пока они там выясняют отношения. Дай нам знак. Дай нам знак. Да начинается. Я думаю, что, наверное, давайте лучше термометр возьмем. Но она, походу, на первом этаже. Где-то здесь она хакнула. Значит, скорее всего, либо... Во, ноль, ребят. Плюс 5. 0. Короче, будет отрицательное. Опа. Как изи. На втором? На первом, прям на входе. Так как-то изи. Спускайся, лавочка. Так, давайте вобьем. Лавочка кто наверху? Я снизу был, алло. Так, отпечатки. Минус. Ну, будет 100% минус. Мы же с вами знаем, когда температура... Дай нам знак. Убей их, пожалуйста. Лучше сразу убей их. Убей, пожалуйста. Действительно. Оба. Ребят, вот баночка покатилась. Банка покатилась. Да, Мария Томас. Мария Томас, покажись. А где пищик? Мария Томас, убей нас, Мария Томас. Это женщина, да, где швабра, там троечка сразу. И, ребят, поставьте минусовочку. А минусовая температура была? Да, минусовка. О, хакнула. Дай нам знак, убей нас, алло. Я же говорила, что она хакает. Вон покатилась банка, ребят. Четверочка, четверочка. А почему у меня не пищит МП? О, запищала. Так она тут, наверное. Так вот ее любимое место под лестницей. Это Гарри Поттер, скорее всего. Здесь. Чулан только нам нужен. Я рада, что тебе смешно. Че у нас тут такое? Короче, пошла за ультрафиолетом. Покажись. Блин, хочется и постоять, и посмотреть. Понимаете, я сейчас выйду и скажу, о, вон призрак появился. Как обычно. Мне нужен ультрафиолет. Я хочу рацию. Я рацию возьму. Я уже взял. Блин. А после что, обидно. А вот ультрафиолет. Рассудок, ребята, садится. Хорошо, рассудок садится достаточно быстро, уже 72%. Пойду болтать. Ничего страшного. А, начинается. А где косточка? Ответь нам, дай нам знак. Ты далеко, ты близко, ты мужчина, ты женщина. Ты старая, ты молодая. Косточка в тебе, братан. Ты молодая, ты старая. Ты девушка, ты мужчина. Дневничок отметили. Ты взрослая. А можно вы выйдете? Я по рации хочу поболтать. Алло. Так, дневник. Хорошо. Юрей демон. Ребят, надо поискать доску, потому что это Юрей или демон. Так можно будет быстро выяснить. Скорее всего, Юрочка, потому что мне кажется, что рассудок очень быстро садит. Так. Юрочка быть не может, быть вообще никак. Почему? Ну, в смысле, я знаю, что он не слышит, почему. Так, погоди-ка. Раз они поставили камеру, давайте свет вырубим. Воу!
Ребята, давайте сейчас кое-что проверим. Беда. У нас тут есть одно интересное местечко. Короче, сейчас проверим. Работает? Что сегодня ты умрёшь. Работает или не работает? Давайте проверим. Почему я? Я думаю, что многие зрители знают про это место. Мне кажется, она просто не любит таких, как ты. Иди к ним лучше. Ко мне идти не надо. Сейчас узнаем. Молодец. Мария, убей ее. А я просто спряталась в одном интересном месте, о котором вы не знаете. Знаем, мы вчера играли с Дашечкой, мы знаем. Обидно. Она достанет тебя, не бойся. Ну и где? Машуль! Машуля, а ты где? Сейчас покликаем. Услышала. Услышала, здрасте. Пока в рации начнешь говорить. Иди давай. Слышит. Давай, иди ко мне. А я могу рискнуть. Давай. Да, подумаешь. А давайте посмотрим. Значит, Юрочка или демон? У нас должен быть либо радио, либо огонек. Короче, должен быть либо радио, либо огонек. Пойдем. Свет вырубил, падла. Не люблю выключающий свет. Не включайте, пожалуйста, пока свет. Убей нас, убей нас, убей нас. Начинается. Да ёб... Путский! Уу! Удачи. Ребята! Как так можно было? Как? Так можно было сделать? Я не понял, алё. Вы что тут делаете? А ну уходи! А ну уходи! А дверь? Убила! Убила кого-то! А кого убила? Надо пойти... пока нет, но все миссии, все задания... О, убит один! Кого... Так кого убили? Кого убили? Прием! Ну, кого-то убили. О, понятно, кого. Того, кто договорился. Надо проверить либо радио, либо же огонек. Там камера стоит. Было стрёмно. Огонька пока нет. Вообще. Мне кажется, что, скорее всего, будет радио. Надо проверить радио. У нас только одна камера там? Да. Фигово. А чё по рассудку? Ребята, 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 очень сильно сел рассудок. Пожалуйста, выпейте таблетки. Так. Жахнем. Выбрасываем фиолет. Он нам уже нафиг не нужен. А, значит, огонек. Ок, 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 огонек. Так, давайте возьмем еще камеру. Присобачим ее вот сюда. Да! Твою налево. Шо ж ты... Да! Стой здесь, а ты иди сюда. Ну, все, теперь берем. Раз и пошли. Блин, ребят, ну 58. Ну, не знаю. Мне кажется, это Юрка. Юрей очень быстро садит рассудок. Вот просто... Хотя демон тоже садит рассудок. Тут тема такая. Дай нам знать. Угу. Ты ребенок? Где ты? Я пока не буду, наверное, заходить. Нам страшно. Нам плохо. Рация помещает. Значит, наедине отвечал. Рация. Итого. Возможно. Так, смотрим. Рация. Демон все-таки. Мираж, Мара или демон, да? Это демон. Почему? У нас отрицательное, блокнот и рация. Это демон. Все, точно. Да просто на изи. Просто изично. Изи-катка, только Олежек слили, как бы, но изи, подожди, да. Подожди, 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 а зада... И за... задачи все выполнены, все? А я же сказал, да, что мы все выполнили, ага. А ты, видимо, говорил в этот самый близкий чат, потому что я не слышала. А, может быть, да. Что все выбираем? Демон, получается? Это демон, демасик. Да. У нас, значит, отрицательная запись в блокноте и радио. Все правильно. Все, ребят, просто... Просто изи. Мне нравится. Let's go, этот... да, погнали. Поехали. Мне нравится граф Тони. Я говорила, что граф Тони классный. Возможно. Видите, как бывает? Вот видите, как бывает? И под самый конец нас спрашивают, вы снимаете? Демон! Демончик! Ну что, продолжаем. У нас кто? Хелен. Опять Хелен. Ну, в смысле, опять какая-нибудь стрёмная, небось, будет бабёна с зубами. Которых я всегда ужасно боюсь. Значит, надо раз, надо два... Я надеюсь, ключ взяли. Так, где у нас включается? Погоди-ка. А, в подвале. Я пойду свет включу. Пойдем. По-моему, кто-то... Дай нам знак. Так, отлично. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Call. Хелен, дай нам знак.
Вот серный. Слушайте, картина по-моему появилась. Дай нам знак, убей нас, Хелен. Хелен. Сейчас договоришься. Да, кстати. Хелен. О! Убей нас. Подождите, только что ж пищала, да? Я так понял, вы же нашли комнату. Где она ответила? Нет, какая это твоя комната? Работает. У тебя МП работало только что. Так вот интересно, что какая я пытаюсь его снова комната? Увидеть, но не могу понять, где оно сработало. На двери. А кто-то ходит еще с МП-хой? Да, они у доски лыжи. А, так МП внизу сработало. Не работает доска. Нет, смотрите магию. Where are you? Are you here? Проверьте доску вместе с МП-хой. Are you here? Нет. О. Комната пишет так. Б. Подвал, скорее всего. Это, мне кажется, это бойс-рум. Бойс-рум, да. А бойс-рум? Я думал, бейсмент. Пацаны, еще и комната. А бойс-рум, мне кажется, это вроде бы второй этаж. Да, на втором этаже я сейчас хожу. Да, и бойс-рум — это синяя комната, которая вроде самая передняя, второй этаж. Вот это вот справа вроде бы. Пока не пищала. Если не ошибаюсь. Во, да. минусовая. Да, здесь. Температура. Есть. Я жгу. Минус. Hold it. Are you cold? Hold it. Кто хочет поразговаривать? Так. Кто не против? Я могу поговорить. Ладно, давайте я. Смотри. Are you cold? Hold it. Я слышу орехи. Орехи, может, раздает призрак. Hold it. Are you friendly? Уф. Так, брошу здесь. Пойду за фиолетом. Я за фиолетом пойду. Значит, путь к отступлению у нас, наверное, подвал. Мне так кажется. Поехали. На радио молчит. Все. Хорошо. Ты можешь, скорее всего, ответить, но она очень долго может ответить. Так, что? Она двери очень много открывает. Двери открывает. Хорошо, хоть предметы не бросает. Так, возьмем. Давайте фотку сделаем призрака. Я камеру взяла. Давай. Сейчас поставлю. Вы же камеру не ставили? Я один раз дофоткал. Не ставил. Вот сейчас поставим камеры. Кто ты? Ну кто? Ты призрак? По факту. Где ты? Нет, отпечатков нету. Нет, отпечатков нет. Так. Ты далеко? Я далеко. А может наедине? Я фиг знает. Попробуй наедине. Я уже пообщался, но не отвечаю. Может быть, просто есть какие-то предпочтения у этого призрака? Может не отвечать, да. Есть. Кто дверь открывал сейчас? Дай нам знак. Нет, звук — это призрак открывает так двери. Звук — это такие чик. Это призрак открывает. Ты ребенок? Ага, то есть тебе это не ребята плохо, играют. Нам страшно. Смотри, смотри, это вот так. Дай нам знак. Да, примерно. Это не они играют. А вдруг развлекаются? Ну, а это... О, датчик движения, он каждый раз пикает. О, запикал, даже не подошел. Ты здесь? Вы доску нашли? Тебе лет? Ты далеко? Ты ребенок? Так, мы узнали комнату из доски. Нам так, подождите. Убей нас. Так, надо проверить туда с МП. Вперед и налево. Надо с МП. Нет ответа. Да, кстати, может быть МП-5 из-за этого. Так. Возможно. Давай, я могу спросить. Холды. Посмотри, МП-ха. А, у нас МП нет. Я пойду за МП. Появилась? Только что... Она появилась. Стояла. На кровати стояла. Здесь? Так это не та комната, что ли? Не-не-не, она может быть везде. Она может быть везде. Я вам больше скажу. Она может быть. Она. Нет, там минусовая, тут нету ее. Я за МП пойду. У меня было такое. У меня в той комнате была минусовая, а она тут спавнила. И она один раз моего чела убила. Какой интересный призрак. Я выжил. Я взяла МП-ху, давайте проверим пятерку. Давай, я иду к тебе. Кстати, в коридоре тоже холодно. Даже я замерз. Так. Сильно замерз. Хочешь спросить? Хорошо. Хочешь спросить? Какая твоя комната? 5 МП, отметьте. 5 МП. Отлично. Понял. Закрывай доску, а то будешь говорить что-то, она тебя убусит. Так, 5 МП. Пойду рассудок гляну. Ой, как хорошо. Ауру помечайте, аура, все, последний улик, аура. Так осталось задание выполнить.
Там стрёмное задание. Почему? Фантом! Почему же стрёмно? Сбежать легко. Если фантом. Это фантом, очень легко, я уже бегал. Минусовая. Все быстро, все четко, все оперативно, фантом, а, все. Ну, бежать легко. Просто шкаф, когда она тебя увидит, за тобой побежит и убежать в шкаф. И все. Так. И потерпеть. А, одно задание, еще давайте сложно. Давайте пойдем посмотрим. Ну, рассудок у нас как раз для атаки, давайте попробуем. Возьмите камеру, у кого есть, нет. Давай. А, фотик, что ли, я взял? Ну, пофоткаем ее. Попробуем. Я всех знаю, его звал. Хелен. Хелен Вайт? Или как ее? Хелен какая-то. Просто Хелен. Она распятие сгрызла. Она по кусочкам его съела. То есть... А сейчас, может быть, каждый раз... Атака, она, наверное, может будет атаковать позже, может. Ну, кстати, она может Хелен. Быть либо вот отсюда Хелен. Идти, где до скалы же, потому что есть такие баги с игрой пока. Она может оттуда идти, либо оттуда, из своей комнаты. Вот что может быть. Лучше смотреть туда. Хелен, оттуда. Хелен. Хелен. Не поверил, что вас встретил, ну ладно. Нам страшно, убей нас. Мы kill боимся. Kill me. Kill my friend, kill me. Отсак, кил. Тетенька, выходи. Только может это может не тетенька. Там девочка в пижаме. А, ну все равно скорее тетенька. Всего... Точно, тетенька она уже ну, не тетенька... станет. Ну, а кстати, она же. А ее кто-то сфоткал, а как она выглядела? А, ее было не видно. В пижаме. В пижаме. А, так. Пижамная вечеринка. Короче, была звонок. Пижамная вечеринка у них тут. Ну, закончилась в бой с Руми не очень хорошо. Я понял, о чем. Ой! Вон она, фоткай ее, фоткай! Вон она стоит, вон! Закрывайте дверь! Закройте дверь! Держите двери! Держите двери! Молчи! Ребята! Я тут встану, если что, если открою. Если откроет, я ее сфоткаю. Да не подглядывайте вы! Молчи! Не надо говорить! Она ж там была, да? Или у меня уже галюны? Она ж там была, ребят! По-моему, я ее сфоткала. Я не буду пока проверять. Ну и чё? Она там был ее рукав! Мне нравится, как она пытается дверь к нам открыть. Так, я готов. Не, фотка не получилась. Наоборот, когда атака, и лучше не молчать в шкафу, она может двери открывать. Ты наоборот обидно. Хуже могла сделать. Обидно. Кого-то убила она. Все когда живы, атака, нет? Надо лучше... Нет, смотри, если будем говорить много, она откроет быстро двери будет, даже хоть ты закроешь. Она может сквозь стену... Так веселее будет. А... Да, веселее, я один раз так уже помолчал. Все, поехали, все отметили. Все сделали? Да? Пометили. Все, пометили. Супер. Слушайте, ну просто сегодня день везения. Самый настоящий фотку день. На память. Пофоткались. Зачетно. Классно ж получилось, согласитесь. Очень здорово. Главное не забывать с ребятами общаться, нажимать на вайб. Вот фантом, все дела, ля-ля-тупа-ля. Ну-ка, посмотрим. Дэвид Кларк. Еще один фермерский домик. Куда уж нам без фермерских домиков? Давайте заберем раз, забираем два, и как настоящие профи идем смотреть, кто у нас, что у нас. Дэвид Кларк, да, его зовут? Так, поехали. Поехали, посмотрим. Я сейчас включу свет. Надеюсь, меня услышали. А то я иногда то нажимаю на эту хорошо. Кнопку, то не нажимаю. Удивительно просто. Ну а кто, как не я, включит свет? Начинает вредничать, да? Начинает. Пойдем посмотрим. Так, я быстрее. А температуру мерить ты взяла? По канону? Конечно, и МП тоже. Не изменяй традициям, это важно. Ты ребенок. Дай нам ты знак. Далеко. Где ты? Дай убей нам нас. Знак. Просто дай начни с того, знак. Что ты нас убьешь. Нам плохо, нам страшно. Вот вам свет. Где так где страшно где не будет. Где ты? Ой, сейчас пробки выбьют, не включай. Что? Ты ребенок. Я ничего не услышала, ну что за про студийное? Мы просто на одной студии все сидим. Да это Shady Records. Слышал, есть такая студия, Shady Records называется. Кто ходит с дай радио и шумит? Покажи себя. Ты ребенок. Так, здесь пока тихо. Ну опять это все пока. Сколько тебе лет? Где? Дайте ты? Света.
Слушайте, а вот дверь открыта. Или это они пооткрывали уже? Дай нам знак. Спусти унитаз. Ну а какой может быть знак в этом самом в ванной комнате? Ну или воду включи. Так. Она побежит сейчас, смотри. Magic people, with the people. Что вы тут за ширмой делаете? А-а-а, проказники. Все с ними понятно. Так, давай проходим. Тут, кстати, тоже есть божок. Поэтому мы тоже его сейчас проверим. Дай нам знак, ты здесь, ты далеко, ты ребенок, где ты? Прям все покажи карты себя, выложил. Убей нас, нам страшно, мы боимся, очень боимся, нам страшно, все хотят умереть, но только... Так, позже, мать, что по температуре у нас? Я хожу с МПХой пока ноль. Ну, в смысле, один огонечек. Так, ноль это хорошо, значит, минусовая, да? На чердаке, что ли? На МП? Не, сюда чисто, ребят. Начинается. Начинается, как обычно. Все, обойдем. Нигде ничего нет. Восемь. Ребят, а сейчас, по-моему, в коридоре... 7 градусов. 7, 5 градусов. Вот, короче, крайняя комната. Спускайтесь, здесь? Если с чердака, вот здесь она. Тут далеко, 3 градуса, 3 градуса. Тебе плохо. Спальня, короче. Да никого она пока не убивает. Почему МП не работает? Я тут 3 раза ходил, почему МП не работает? Покажи себя. Хороший вопрос. Так. Давайте... Пятерка, пятерка, 5 МП. Все, 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 СМП просто, как нефиг, бросай, до свидания. Пойду посмотрю, что у нас по этим самым, по ультрафиолету, потому по Жене оставили. Дай нам знак, покажи себя. Женю оставили. Да, Жень, мы уже поняли, где он находится, уже поняли. Знак нам уже не надо давать. А вдруг рация, а вдруг рация, ну? А ты думаешь, на дай нам знак тоже отвечает? Мне кажется, дай нам знак, это чисто только для локации. Женя, сколько ты сложишь? У меня? Не знаю. Следы с целью задания выполнено 100%. Есть, да? Есть. Отлично. Слушайте, уже агрится. Что они уже все предметы поразбирают? А, или никто ультрафиолет не взял, скорее всего. А доска была там, кто-то видел? Пока нет, надо будет пойти поискать. Осталось одно задание с уровнем 25%. Ой, уже посадил рассудок нехило так, 62%. Высаживаем, 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 да. Так, у нас одна улика всего получается. Да, пока МП-5. Забираем. Пошли камеру поставим. Я тогда фотик возьму. Ну, вдруг сфоткать удастся. Хоть раз. Развлекаемся как можем, ультрафиолет. Слышь, а может ультрафиолет? А, ты взяла, отлично. Я всегда вторым беру ультрафиолет. Потому что его никто не берет. Кто там ничего не берет? Кто не берет? Ты ж помнишь, где надо прятаться в этом доме? Что? Что, что? Дай нам знак, убей нас. Покажи себя, убей нас. Атаки не было. Призрак ничего еще не трогал. Вот же отпечаток, ребят. Вот отпечаток. Вот отпечаток. Где не было отпечатка? Я на двери смотрю. Потрогал уже, да? А давайте эту отпечаток этот сфоткаем. Так. Забирай себе фонарик. Я тебе долю. А, это у нас Дэвид или как его там звали? Значит, отпечаток. Ревенант Банши. Это Ревик или Банши? Надо его провоцировать, чтобы он вылез. Так, давайте смотреть. А зовут как этого призрака? Дэвид Кларк, по-моему. Давай Дэвид смотреть. Кларк, явись нам, убей нас. Дэвид Кларк. Блокнот? Нам страшно. Покажись. Рассудок не высаживается быстро. Или он там стоит, он там внутри стоит. В этой комнате такой ободранный мужик. Дэвид Кларк. Вот где вы камеру поставили? Не было. Ребят, это, скорее всего, Ревик, да, потому да, что да. У Банши минусовая температура. Можем уезжать уже, по идее. А фоткать мы его не будем, агрить? Была уже 25% рассудок? Рассудок был 25%?
по фоткой, а мы в машине ждем. Очень у всех по 40, очень низкие показатели. Ну как, имеется в виду высадка низкая. Надо нам 25%, ребят, поэтому заходите, пожалуйста, и сажайте пойдемте. Рассудок. Вырубился. Будем говорить, сейчас свет выключаем и разговариваем, видимо, так. Так, это Рик. Подожди, дайте нам на лестницу, дайте то, чтобы мы не... Дай нам знак. Смотрите, должен быть блокнот, потому что это Ревик. Почему? Потому что у Банши температура меньше нуля. Блокнот, блокнот пустой. Дай нам знак. Так. Покажи себя. Вон он стоит, смотри, иди сфоткай, у тебя же камера. Иди, чего ты ждешь? А я давай. Что делаю? Иду. А, так есть дневник, смотри, он просто багнулся, есть? Их два лежало здесь. А-а-а. Вот, дай, дай, дай. Есть. Опять звенит. Слушайте, а чё? А следов не может быть? Нет, всё, это 100% вылез. Ревик. Ну, это понятно, что Ревик. Дэвид Кларк. Дэвид Кларк. Позови его Дэвид и сделай Кларк. Фото. Дэвид он придёт сейчас. Сейчас атака начнётся. Дэвид Кларк. А он сейчас тут будет идти. Дэвид Кларк. Спасибо Дэвид большое. Кларк. О, идёт! Прячьтесь в лестницу! А, Дэвид Кларк лох. Дэвид. Ну сейчас сфоткаем его, надеюсь. Надеюсь, Дэвид лестница Кларк. Сработает. Так кто ж тут стал? Дэвид Кларк. О! Вот он пошел. И чё, Кларк был наш скелет поганый? Та! Прошел мимо, он нас не заметил в лестнице. Ха! Скелет позорный. Чё, удалось сфоткать его, интересно? Нет, видите? Ну да, во время атаки теоретически их сфоткать нельзя. Не вертитесь, пожалуйста, потому что я пытаюсь вас фотографировать, и в итоге ваши головы фотографирую. Так ты выйди и сфоткай его. А может быть, ты лучше выйди и спрячься в другой комнате? Давай. А то я зубы Олега. Да я пошутила. А ну я нет. Ну и где ты? Ну и где? Выходи давай, подлый трус! Ты что, дурак, ревенант? А вернуться? Ну вот. Женячек. Женя, ты тут? Банюшка, я думал, ты сдох. Добрый. Не, не дождешься. Вы думаете, 25% есть? Нет, погнали, братцы. Да, что так, все еще нету? Дай мне фотки, я его сам сфоткаю. Пожалуйста, я не против. О, как я подгадал. Так, тихо, сейчас этот красавец выйдет. Ну, выходи давай. Здрасте. Сейчас будет смешно, если он меня грохнет, и я неправильно стала. Вот посмеюсь. А где я? Алло. В смысле, так это не атака? А что за короткая атака была такая? А почему атака такая странная? Дэвид Кларк. Испугался, он чего-то нет. А мы вроде... Мы кто-то бросал там эти распятия или еще что-то? Нет. Странно. Дэвид Кларк. Дэвид Кларк. Он на меня выходит постоянно. Покажи себя, Дэвид Кларк. Убей нас. Явись. Дэвид Кларк. Покажи себя. Топчется. Встаем. О, идет. Слушайте, а что это? Убил? Пока, братан. Ребята. Как такое произошло? Он я честно отвернулся. Не понял на самом деле. Он как-то непонятно. Он бошку повернул, у него впереди не закат был, а какой-то. Ну просто, короче, обычный вид. А я видела вообще сейчас сквозь дом, там облака, небо. Ну вот, это и надо видеть, это же суть бага. Если ты это не видишь, то есть шанс, он тебя убьет. Потому и что вот в первой атаке я как раз этого всего не видела. Это было забавно. Чалька. Повезло тебе. Все задания выполнены. Супер! Печалька. А погодите, дайте мне добраться. Что, ребят, ну это было просто по красоте. Все задания выполняем, все делаем. Мне кажется, это заслуживает вашего лайка, подписки на канал. Ну и, конечно же, заходите почаще. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ревик, мы молодцы. Всем пока-пока.